Всем привет, друзья! С вами я, Конор 2001, и это 52-й, или даже... Да, все правильно, 52-й выпуск моего города в Майнкрафте. Да, друзья, очень много обновления на Советской улице, тем более. Советская улица становится уже как бы не только как самая первая улица, а самая популярная, поскольку там больше домов. И у меня возникал вопрос, создавать ли Калинский район, то есть начиная с аэропорта и начиная с аэропорта. И то есть имеется в виду, то есть начиная с почты, заканчивая выездом из города, будет Сажновский район. А здесь будет Калинский район, там, где Икея есть. Ну и возможно, кстати, вот Икея это у нас уже как бы новое обновление в Майнкрафте. В моем городе в Майнкрафте. И, возможно, я еще скоперну эту Икею, еще поставлю на проспекте Сташиновского, поскольку, возможно, это будет, так сказать, перевоплощение в обычный Икею в торговый центр, возможно, будет в ТЦ. Более, у меня в Яковлевске два торговых комплекса. Зеленка и Рио, который раньше назывался Хиролс. Ну, естественно, название Heroes просто потеряло смысл. Поскольку подписчик научной истории ТВ уже ушел. Не выпускает больше видео. И полностью их всех удалил. И да, вот Икея находится по адресу Советская улица, дом 40. Типа, вот здесь вот. Так, вот здесь у нас кассы, типа, 18 касс и два пункта по упаковыванию товара на свой. То есть мы выбрали какой-нибудь товар, нам упаковывают товар, и мы можем оплатить за этот товар. Дальше у нас мини-кафе, IKEA быстро. Такое вот маленькое кафе. Забегаловка. И все, в общем. Дальше у нас уже табличка «Добро пожаловать в IKEA». Это уже начало. Так, первый вот отдел называется, то есть шерсть, бетон, краситель, цемент, керамика. Ну, здесь только вот краситель и шерсть. Добавлять бетон я не стал, поскольку мне лень было. Ладно, идем дальше. Вот здесь вот такой маленький отдел, там где стекло, вот знак вот, стекло. Полностью бок стекла и стеклянная панель. Так, дальше у нас диваны, кресла, стулья. Такие вот деревянные, каменные, кожаные. Каменные, кирпичные, песчаниковые, березовые, акациевые, кварцевые. Дальше у нас кровати. Так у нас одна кровать, то есть двойная кровать, двухъярусная. И сундучком тоже снова двухъярусная, то есть двойная. Это вот здесь вот окраска такая вот, желто-синяя, то есть... Вам кажется, что это Украина, это флаг Украины. Нет, друзья, это уже окрас, окраска под цвет логотипа, под логотип IKEA. Дальше у нас столы, только вместе со стульями идут в комплект. Вот. Один стол, здесь двойной стол, еще один такой вариант, и еще один такой же, только уже с зонтиком. Дальше у нас уже сюда кухня, здесь вот плиты, холодильники, морозильная камера. Вот печка, плита, то есть печка плюс люк. Дальше у нас уже с вытяжкой, из булочного ступенек. И та же плита из печки и люка. Дальше у нас холодильники вот такие вот. Есть двойной холодильник и вот такой вот холодильник, стандартный. Так, вот на карте видим, что, на этой карте видно, что я нахожусь внутри. И дальше у вас такой вот морозильная камера, такая вот маленькая. И бокс для замороженных продуктов, для торга. Дальше у нас все декоративная мебель. Здесь у нас верстак, проигрыватель, стол сервирования, книжные полки, горшки, цветочки. Это как бы как подоконник. Дальше у нас шкаф, вот такой вот вариант, то есть стандартный. Рамка, картины разные. Один сундук, то есть дальше у нас двойной шкаф и двойной сундук.
Дальше у нас следующий отдел — это двери. Такие двери, то есть деревянная дверь, железная дверь, березовая дверь, дверь из темного дуба, дверь из акации, его дверь и дверь из тропического дерева. Возможно, это пальма. Дальше у нас отдел сантехника, то есть типа ванна, туалет. Ну и для этого я сделал побольше места, вот так вот. Так, стандарт эконом-класс ванна. Такой вот вариант ванны, душек. Душ такой вот. Вот так вот можно помыться. Дальше у нас туалет такой вот, тоже эконом-класс. Еще один вариант — раковина и унитаза. Ну а дальше как совместимое, то есть раковина плюс ванна. Такая вот. Дальше у нас отдел ковров, только там здесь просто коврик, такой белый. Но я не стал мелочиться, просто белый ковер взял и поставил. Ну, можно покрасить, просить там. Дальше у нас самое интересное — это отдел электроники. То есть электроника и бытовая техника, естественно. Компьютер вот такой вот, то есть клавиатура, монитор, стол, сам системник, системный блок и мышка. Включаем вот так. И типа винда загружается. Дальше у нас телевизор вот такой вот. То есть квадратный. Ну, раньше такие вот были телевизоры, такие, как ящик. Дальше у нас такой телевизор, типа 16 на 9 с антенной. И типа как тумбочка. Это уже еще побольше телек. Ну уже тоже. Уже. Еще побольше, то есть типа 4К телек с этими, с колонками и тумбочкой. Надо, и стиральная машина такая вот получилась. Интересно получилось. Дальше у нас светильник, рычаг, кнопка, светокамень, повторитель, редстоуновый блок, сам редстоун, поршень, то есть один стандартный поршень, липкий поршень. Ну и дальше у нас обычный факел и редстоуновый факел. То есть механизмы и электроника, можно сказать. Дальше у нас все для ремонта. Здесь типа шуруповерт, краски и все такое, в общем. Я просто полочки поставил. Все, в общем, вот здесь вот уже упаковывание товара. Еще это второй пункт, то есть уже побольше. И кассы. Более 18 касс, я говорю в начале. Ну а здесь у нас уже как бы уже склад. То есть, ну, типа, сюда заезжает из Китая, как и типа электроника, то электроника, бытовая техника и все такое. Ну и все, в общем, вот такая вот Икея получилась. Дальше у нас такое вот остекление вот из синего и желтого стекла. Из блоков. Ну, получилось уже как бы красиво. То есть, не только красиво, но зато более вместительно. Вот уже утро началось уже. То есть я посчитаться, то здесь от отделов. Раз, два. Ну, в общем, 12 отделов, тем более. И один здесь такой маленький, типа, там, где стекло. Итого в Икее здесь 12 отделов, 18 касс и 2 пункта для упаковывания товара. В общем, типа, Икея, типа, совмещающийся не только магазин мебели, плюс еще и магазин сантехники, электроники и плюс строительный магазин. То есть, Икея — это смесь нескольких магазинов. Вот так вот. Уже потемнело в магазине, уже утро настало. Так, а если ошибиться, вот так вот встать. Ну да, естественно, яркость изменится, в общем. И ничего. О, вот уже изменилось. Ну, в общем, друзья, вот такое вот обновление получилось очень большое, так можно сказать. Большой вариант получился. Дальше у нас надпись IKEA тут на крыше, и крыша вся из светокамня. Вот тут так вот получилось.
Ну, по сути дела, это тоже как коробочка. Даже на карте видно. Ну, в общем, друзья, вот такое вот получилось обновление на сегодняшний выпуск. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте писать мне идеи, что еще построить в комментариях. Ну, и всем пока!